Здравствуйте, ребят. 14-я победа легко далась. Соперник вышел в начале первого периода. 4 гола как-то мне получилось забить. Безответных. Ну да, 2 очка дали, блин. Но попался какой-то слабый игрок. Так я не попаду ни в какие топ-100 и так далее. Ну что такое? Реально стараешься, 2 очка дали. Нормально это? Так, это краткий обзор, поэтому мы тут смотрим только голы. В начале игры зашел в зону уверенно Зегрос, убрал, спрятал шайбу за корпус, да, и отдал пас Йоконину. Йоконин разбомбил вратаря Детройта. Что-то в названии с Red Wings связано. Потом подобрал капризов шайбу, объехал вратаря Демка. Ну, не относится к Red Wings никак. Забил гол. Патрик Кейн. Навытянутый. Ну, это как кием, я ее называю, этот гол. Как кием забивает. Вот как кием. Вот эти голы он забивает, уже сколько раз. Это лайфхак такой, как забивать голы Патриком Кейном. Вот так. Видите, он как кием вытягивает. Ставить его надо слева. Так, и Зегрос. Гол нам не показали, Зегрос. Ну ладно. 14-я победа, идем дальше. Пока-пока. А, надо... Не состав и не посмотрел парня, а? Ну ладно, хорошо, забыл. Все, пока-пока, ребят. 14 побед есть.